Дно этой ямы утыкано кольями. Какого черта? Здесь дует сильный ветер, и впереди укрыться негде. Нужно быть поосторожнее. Вот как люди заразились инсмаутскими пятнами. Старый блок. Здесь дует сильный ветер, и впереди двигаться негде. Нужно быть поосторожнее. Старый блок. Вот как люди заразились инсмаутскими пятнами. Здесь дует сильный ветер, и впереди двигаться негде. Нужно быть поосторожнее. Вот как люди заразились инсмаут. Старый блок. В гравировке не хватает диска. Каменная поверхность фрески на вид немного потертая. Здесь дует сильный ветер, и впереди двигаться негде. Нужно быть поосторожнее. Thank you.
старый блок. В гравировке не хватает. Вот как люди заразились инсм. Каменная поверхность фрески на вид немного потертая. Странно вырезанный диск. Бросил что-то водный поток, который выдавали по другую сторону рифа дьявола. Какую-то штуковину сделанную из свинца, который ему передал лаки. Похоже, здесь описывается способ вызова рыболюдей при помощи бросания дисков в океанские волны. Этот рычаг — единственная вещь из груды сокровища, сделанная не из золота. Это беловатое золото похоже на то, что лежит в потайном хранилище комбината Марк. Золото в хранилище имеет необычный белесый оттенок. Это беловатое золото похоже на то, что лежит в потайном хранилище комбината Маршей.
Пока я не узнаю, зачем это нужно, трогать ничего не буду. Я не понимаю эти символы. Я не могу его взять. Когти прочно удерживают камень в оправе. Пока я не узнаю, зачем это нужно, трогать ничего не буду. Пока я не узнаю, зачем это нужно, трогать ничего не буду. Я не понимаю эти символы. Я не могу его взять. Когти прочно удерживают камень в оправе. Пока я не узнаю, зачем это нужно, трогать ничего не буду. Я не понимаю эти символы. Пока я не узнаю, зачем это нужно, трогать ничего не буду. Похоже, это карта. Нужно нажать на кнопку, чтобы активировать последовательность. По-моему, я запустил какой-то механизм с обратным отсчетом времени. Thank you.
из этой дыры дует сильный ветер. Нужно отключить этот барьер. Thank you.
поздно отвел детей на молитву вместе с матерью. У нас нет времени на суеверия. На улицах патрули, а орден отступает. Скоро они узнают и об этом месте. Я обеспечил надежную охрану храма. Главный коридор в тюрьму патрулирует много человек. Хорошо. Барьер должен выдержать. Будьте на чеку и проверьте проход сейфа. Я иду в лабораторию. Лучше мне не высовываться. Если они не будут знать о моем присутствии, то шансов выжить у меня будет гораздо больше. По-моему, я что-то слышал.
какой-то проход прямо в скалу. Убирайся в него! Здесь надпись на каком-то древнем языке. Предложение на нашу вечеринку. Проверьте список гостей. Я среди тех, кто не похож на рыбомордых ублюдков. Бросьте нашего друга-юмориста к лабораторным крысам. Позже я пообщаюсь с ним поближе. Повысить уровень безопасности. Осмотрите все. Убедитесь, что... Ничего интересного. Может быть. Это просто старая стамеска. Кто это?
шахту. Не открывается. Убейте его! Под решеткой проходит канализационный туннель. Дверь заперта. Мы должны его поймать! Обыскать район! Он где-то здесь. Меня ищите! Найдите его! Если еще хоть звук издашь, я тебе руки-ноги поотрываю. Mm-hmm.
Я не хочу, чтобы он опять засуетился. Наверное, лучше оставить его одного. Я не хочу, чтобы он опять засуетился. Закрыто. Похоже на лабораторию. Закрыто. 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 Не открывается. Это он. Могу. Остановите его. Слишком много умерло. Во что я превращаюсь? Мне не на что надеяться. Что со мной творится? Нужно отсюда бежать. Thank you.
Их слишком много. Я закрыл лабораторию, Себастьян. Что? Это безумие. Разве ты не видишь, как далеко зашла? Твои тривиальные исследования меня не интересуют. Все силы нужно бросить на перевод табличек. Труд моего прадеда должен быть совершен. Возвращайся на берег. Ты больше не нужен ордену. Этому не бывать, Робин. Наше время.
Запечатана неизвестной силой. Дверь заперта. Покажись, чужак! Я его упустил! Убейте! Он здесь. Нет. Thank you.
Их слишком много. Не поддается. Открыто. Смерть – мой единственный выход. О, дерьмо. Прошу, незнакомец, я умоляю тебя, положи конец моим страданиям. Я скоро умру. Мне нужна твоя помощь. Как мне попасть в храм? Через главные ворота могут пройти лишь те, кто служит... ордену. Ну, есть старый проход. Мне негде укрыться. Старый проход, он глубоко, под знаю, храмом. Я скоро умру. Но теперь я предупреждаю тебя, чужак. Будь осторожен. Я слышал, что в этих темных глубинах обитают их древние жители.
Зло из-за грани времен. Все лучше и лучше. И как мне туда попасть? Исследуй заброшенные места. Это все, что я могу тебе посоветовать. А теперь, прошу тебя, убей меня! Прекрати мои муки! Убей меня! Прекрати мои страдания! По-видимому, большинство этих экспериментов проводилось над людьми. Я никогда еще не видел таких растений. Судя по их форме и поверхности, они из доисторических времен. Дверь заперта. Не открывается. Закрыто. Не открывается. Закрыто.
Не поддается. Похоже, это заслонка для кормежки. Дверь заперта. Я больше так делать ни за что не буду. Тут ничего интересного. Не открывается. Закрыто. Какая-то необычная растительность. Выглядит она небезопасно. Здесь нет ничего интересного. Я никогда еще не видел таких растений.
Наверное, эта штука отвечает за освещение. Похоже, они пытаются... Это не важно. Судя по их форме и поверхности, они из доисторических времен. Похоже, мой небольшой урок садоводства принес свои плоды. Теперь по лианам можно залезть наверх. Похоже, мой небольшой урок садоводства принес свои плоды. Не работает. Я уже где-то видел похожую комнату. Выглядит знакомо. Подобное устройство я где-то уже видел. Похоже, тут чего-то не хватает. То, что находится за ней, сейчас очень голодное. Эта тварь в бешенстве. Нужно найти способ ее успокоить. Я больше так делать ни за что не буду.
Готовься к смерти! Иди сюда! Думаю, что мне нужно сейчас это использовать. Молоток может мне пригодиться.
Не думаю, что мне нужно сейчас это использовать. Думаю, он больше меня не побеспокоит. Молоток может мне пригодиться. Не поддается. Закрыто.
Вот теперь все должно работать.
отсюда выбраться. Слишком опасно. Нужно найти другой способ отсюда выбраться.
По-видимому, обстановка здесь временная. Заловите его! Не поддается. Нужно чем-то расчистить путь. Thank you.
зовут. Мне нужно собраться с мыслями. В тенях кто-то есть. Мне негде укрыться. Смерть – мой единственный выход. Не надо мне было сюда приезжать. Голова раскалывается. Раскалывается. Меня принесут в жертву. Они меня найдут. Они меня схватят. Я больше не могу. Я что-то слышу. Мне нужно собраться с мыслями.
Здесь надпись на каком-то древнем языке. Здесь написано, что эти двери можно открыть только при помощи древней мантры, которую должен произнести тот, кто владеет священным талисманом. Я не смогу здесь пройти без некоего талисмана. Здесь написано, что эти двери можно открыть только при помощи древней мантры, которую должен произнести тот, кто владеет священным талисманом. Я не смогу здесь пройти без некоего талисмана. В Уэн Гнатвха Гнун Аэмна. В Глиск Фунгн Килта. В Елкил Ктулхук Фунгни. Ая Риг Зенгро. Ая Гидра. Какой-то проход прямо в скалу. Мне нужно расшифровать. Здесь написано, что портал могут открыть лишь Уэн Гнатха Гнун Аэм Глиск Фунгн Килта Елки Кулхук Фунгн Айя. Какого? Боже, он в порядке? Что с ним, черт побери? Джек, ты меня слышишь? Джек!
Зачем вы меня призвали? Я должен тебе кое-что показать. Торопись, у нас мало времени. Куда мы идем? В Великую Библиотеку. Грядут ужасные события, и наши оболочки не смогут их пережить. Самые прозорливые умы уже проецируют себя в более поздние дни. Кто противник? У нас не было конфликтов ни с Миго на севере, ни с племенем Ктулку на юге. Видел ли ты в своих странствиях большие запечатанные люки в центре старого города? Да, но я не понимал их предназначения. Между нами и полипообразными существами, которые главенствовали здесь до нашего появления, была жестокая война. В этой книге рассказывается о том кровавом времени. Зачем вы сейчас мне это показываете? Они все еще там, внизу, Джек. Они рыщут во тьме. Они замышляют. Замышляют выбраться из своей темницы и свершить страшную месть. Конец неизбежен и близок. Очень близок. Сколько у нас осталось времени? Что это было? Тебе угрожает опасность. Иди за мной. Мистер Уолтерс? Мистер Уолтерс, вы меня слышите? У него судороги, мы теряем его. Thank you.
Видим тебя. Мы тебя видим.